Привет, YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Techniques Reviews. Сегодня я хочу поделиться маленьким секретом о том, как я транспортирую те вещи, которые мне нужно перевозить с собой, скажем, на рыбалку или на отдых. Вот я сейчас покажу. Перед нами есть два шампура, которые мы с женой используем при выходе на свои походы выходного дня. То есть вот крепление. Это корпус шприца. Туда внутрь вложенная кожа. То есть я вытягиваю один шампур и второй. Это шприц. Острые концы шампура вставляем обратно. Вот. Это держится надежно, хорошо, не спадает. И в таком виде намного безопаснее транспортировать, то есть нельзя не пораниться, не повредить рюкзак или там другие вещи. Точно так же тычки. Вот тычка вставлена, одна тычка, и вот две тычки вставлены в шприц большего размера. Носики я со шприцов обрезаю, и таким образом это упаковывается и транспортируется. Абсолютно безопасно, очень удобно, очень небольшой вес, то есть никак не напрягает владельца, но создает массу удобств в том, что нельзя повредить ни себя, ни свое имущество. Вот, собственно, на этом я сегодня останавливаюсь. Подписывайтесь на мой канал, я думаю, что я смогу показать еще много маленьких хитростей. На сегодня все. Пока-пока.